Всем привет! В этом видео я покажу, как разгонять процессор, оперативную память и видеокарту. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В этом ролике будут представлены базовые знания разгона. После его просмотра вы не станете специалистом в этом деле, а вот понять, что это такое и с чего следует начать, вполне удастся. Для того, чтобы стать специалистом-оверклокером, придется потратить много времени, изучая данную тему. Это видео сможет помочь тем, кто не знаком с разгоном и столкнулся с некоторыми трудностями при разгоне компьютера. Перед началом вы должны знать, что эксперименты с разгоном осуществляются на свой страх и риск, и они могут привести к потере гарантии и выхода из строя оборудования. Поэтому перед началом оверклокинга следует все хорошенько взвесить. И если вы все же решились на этот шаг, то обязательно позаботьтесь о надежном охлаждении и повышайте параметры с небольшими интервалами, попутно мониторя температуру и стабильность работы системы. Начнем разгон с процессора. В стандартном режиме тактовая частота нашего процессора находится на уровне 3,2 ГГц, но в турборежиме процессор способен собственными силами, без какого-либо разгона, повысить тактовую частоту до 3,6 ГГц. Этот режим включается автоматически при полной загрузке более чем 2 ядер. Если этой частоты недостаточно, то тут уже потребуется так называемый ручной разгон. Нужно будет играться с напряжением, устанавливать дополнительное охлаждение, подбирать платы и режимы работы, чтобы добиться большей производительности и не потерять стабильность работы системы. Перед началом разгона нужно убедиться, поддерживает ли разгон сама материнская плата, есть ли у нее радиаторы на цепях питания и поддерживающий разгон чипсет. Первый способ разогнать систему – использовать утилиту AMD Ryzen Master. Этот способ подойдет для неопытных пользователей. Для него не понадобится заходить в BIOS и вносить там какие-либо настройки. Ссылка на данную программу будет в описании под видео. Итак, запускаем программу и сразу видим предупреждение о том, что разгон может привести к его повреждению, повлиять на работу и вызвать другие проблемы, а также вы можете потерять гарантию. Согласившись с этим, откроется окно программы. Перед вами будут блоки управления процессором и памятью, а также панель с профилями. Первая вкладка является чисто обзорной, и что-либо изменить здесь у вас не получится. Для использования данной программы предоставлено 4 профиля. Выбираем любой из них. Затем повышаем частоту, для начала на 100-200 МГц, в нашем случае до 3,8-4 ГГц, увеличивая вольтаж до 1,35. Этого должно вполне хватить. После испытываем систему в стресс-тестах. Если в процессе тестирования система не зависает, не возникает никаких ошибок, фризов и компьютер внезапно не перезагружается, то можно еще немного понизить вольтаж. Методом подбора нам удалось добиться стабильной работы системы на частоте 4 ГГц при вольтаже 1,26 В. Опустив значение до 1,25, компьютер завис на 9-й минуте стресс-теста AIDA. Убедившись в стабильности работы системы после поднятия частоты процессора, можно приступать к разгону памяти. Тактовая частота оперативной памяти здесь делится на 2, потому мы видим значение 1600 МГц. Тайминги выставлены по умолчанию. Сверить их можно с помощью программы CPU-Z. Здесь во вкладке Memory есть детальная информация. Вам нужно изменить частоту или тайминги и методом подбора добиться максимальной производительности памяти, повышая частоту или понижая и повышая тайминги. На этом разгон процессора завершен. Сохраните профиль и выберите «Применить». Теперь нужно запустить тест стабильности работы системы в программе AIDA 64 или какой-нибудь другой. Окончательный тест рекомендуется проводить не меньше часа, чтобы убедиться в стабильности работы системы. Если не было никаких ошибок, фризов и вылетов, значит разгон удался. Следующий способ разгона с помощью BIOS. Здесь по сути схожий процесс. Нужно будет повышать значение множителя и подбирать подходящий вольтаж.
откройте BIOS, как зайти в BIOS или UEFI, можете посмотреть в другом нашем видео, ссылка будет в описании. Здесь перейдите во вкладку MIT, вашей модели материнской платы, она может называться по-другому, Overclock Settings или что-то подобное. Затем откройте Advanced Frequency Settings и в строке CPU Clock Ratio увеличьте множитель, используя клавишу плюс. Множитель советую повышать постепенно, по 100-200 МГц, чтобы найти ту величину, на которой ваш компьютер будет работать стабильно. Если при повышении работа стабильна, повышайте до следующего значения. Не стоит сразу увеличивать ее до предела. Затем вернитесь в предыдущий раздел и откройте Advanced Voltage Settings. Здесь в строке CPU VCore установите соответствующий вольтаж. Максимальное значение больше 0,162 ставить не советую. Это может нанести вред процессору. В этой модели материнской платы есть возможность установить автоматический вольтаж. Вам же, возможно, придется подбирать его вручную. Поэтому процесс разгона и занимает достаточно много времени, подбирая подходящее значение. Установив нужное значение, проверяем работу системы в тестах. Настройки оперативной памяти находятся во вкладке Advanced Memory Settings. Здесь можно выбрать один из профилей, изменив значение в строке Extreme Memory Profile или изменив частоту вручную в строке System Memory Multiplayer. Для изменения таймингов нужно в строке Memory Timing Mode изменить значение с Auto на Manual, после чего их изменение станет доступным. После настройки нужно будет снова пройти тесты стабильности системы, и если компьютер их не прошел, придется повышать вольтаж в строке DRAM Voltage или повышать тайминги в расширенных настройках памяти. Затем методом подбора добиться лучшего значения производительности. В результате нужно будет добиться частоты в 3200 МГц. Чтобы память грелась не сильно, лучше оставить напряжение на штатном значении, а попробовать увеличить тайминги. Еще один важный момент. Не стоит одновременно разгонять процессор и память. Если система не пройдет тест, вы не будете конкретно знать, в чем причина, в процессоре или памяти. Сперва нужно сделать разгон процессора и пройти все тесты, а после приступать к оперативной памяти. Сохраняем значения, прогоняем стресс-тесты, бенчмарки и играем в игры. Если ничего не вылетает и не фризит, значит разгон удался. Еще в настройках выключения компьютера или в настройках вентилятора рекомендую установить, чтобы при 90 градусах компьютер выключался или подавал звуковой сигнал. Особенно это важно при разгоне. И при достижении заданной температуры он выключится или начнет пищать, что убережет ваш процессор. С разгоном процессора и памяти мы разобрались. Пришел черед видеокарты. Быстро разогнать видеокарту можно с помощью программы MSI Afterburner. Ссылка на данную утилиту будет в описании. Для начала зайдите в настройки Settings. Здесь я рекомендую выставить все значения, как показано на экране. После настройки вольтаж заблокирован. Крайне не рекомендуется повышать вольтаж, так как это может привести к перегреву и сгоранию чипов. Первый ползунок пропускаем. Дальше Power Limit и Temp Limit устанавливаем на максимальное значение. И понемногу двигаем ползунок Core Clock. Это частота видеоядра. Первый раз добавляем 40-50 МГц и нажимаем кнопку «Применить». После проведенных действий нужно проверить стабильность. Для этого можно воспользоваться тем же 3D Mark. Запускаем и прогоняем тест. Если все прошло успешно и в процессе теста не было сбоев, вы не заметили на экране никаких артефактов, можно повысить значение еще на 20-40 МГц и повторить тест. Когда вы нашли предел в разгоне, на котором не появляются артефакты, для большей стабильности лучше отнять 10 МГц от достигнутого предела. После всех проделанных действий нажмите кнопку «Применить» и при желании нажмите на «Стартап», чтобы разгон включался вместе с системой. Для разгона памяти делаем те же действия, что и при разгоне ядра. Ползунок Core Clock перемещаем до той частоты, на которой у вас максимально работал разгон, и начинаем разгонять память Memory Clock. Для этого нам нужно двигать ползунок Memory Clock в первый раз, как и Core Clock, на 40-50 МГц, а затем применить. После снова проводим проверку на стабильность, и если все прошло удачно, то двигаем ползунок дальше на 20-40 МГц и повторяем все действия снова.
добившись стабильной работы системы с максимально возможными параметрами, разгон видеокарты на этом закончен. Как и процессор, видеокарта имеет частоту ядра базовую и в режиме разгона. Как только нагрузка повышается до 50%, частота повышается до 90% от максимальной. А если нагрузка 80% и выше, частота подпрыгивает до максимума и продолжает работать на максимальной производительности. Ну и наконец проведем тесты системы в разгоне и сравним их со стоковыми показателями. В тесте WinRAR прирост производительности вырос на 7%, в стоке общая скорость составила 8334 кбит за секунду, а в разогнанном состоянии 9047. В тесте Cinebench изначально процессор набрал 1009 баллов и после разгона до 4 ГГц 1261 балл соответственно. Как видите, разница составила 252 очка, подняв показатели после оверклокинга процессора на 25%. Скорость рендеринга сцены в бенчмарке Corona сократился с 3 минут 40 секунд до 2 минут 57 секунд. Тест устойчивости 3D Mark система прошла без проблем, показав стабильность тактовой частоты 98,8% в сравнении со стоковым показателем в 97,8%. В тесте Skydiver компьютер после разгона набрал 30308 очков, на 1065 очков больше в сравнении с начальной оценкой. В тесте FireStrike система набрала 11087 очков, на 109 баллов больше в сравнении с номинальной частотой. Ну и теперь переходим к игровым тестам в расширении Full HD с ультра и высокими настройками. Начнем с одной из требовательных к процессору игр Watch Dogs 2. На ультра настройках, как и ожидалось в разгоне, система показывает 50-55 FPS. Против 40-45 в номинальном режиме. Фреймрейт вполне неплох для комфортной игры. Процессор загружен на 50-60%. Температура процессора достигает 60 градусов. Видеокарта загружена на 99%. На высоких настройках FPS поднялся до 60-70, а процессор загружен на 80-85%. Запаса процессора вполне хватает на видеокарту помощнее. Следующая игра на тесте – Need for Speed Payback. На максимальных настройках игра показывала 90-95 FPS после разгона. Процессор при этом грузился на 60-70%. На высоких. Сто 110 FPS с максимальной загрузкой процессора до 75%. Как видите, разгон процессора дал свои результаты. Но если вы гоните процессор для игр с бюджетной видеокартой, которая будет слабым звеном, не давая раскрыть его потенциал, то смысла в разгоне нет, он и так достаточно быстрый. А если же у вас в наличии есть мощный графический адаптер и вы хотите выжать максимум из системы, то разгон процессора будет как раз кстати. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока. Туристический центр. Я турист, а в ваш центр не пойду. Выкосите.